Привет. Смотри, я очень активно пользуюсь таймерами. Именно вот такими. И я только что забрала таймер. Стоит в районе 120 рублей. Сейчас покажу тебе его. Называется таймер Лоазон. Такой коробочке. Электронный розовый. Мне очень понравился нежно-розовый цвет. Так, давай пленочку. АСМР. Я уже на пункте выдачи вставила батареечку. Батареечка здесь вот такая ААА. То есть три буковки А, маленькая. Хорошо, смотри, я покажу. Здесь есть магнит. Это вообще считается кухонный таймер, и здесь так и написано. А, нет, здесь не написано таймер. Ну, считается кухонный таймер, да? Когда что-нибудь печешь, готовишь. И здесь есть магнитик для холодильника. Вот, смотри, он так, покажу, включается. Вот здесь вот включается, выключается. Сразу скажу, что он выключается. Вот, смотри, сейчас я выключу. Вот, он выключается. И здесь я обычно делаю 10 минут. И прибираюсь ровно 10 минут. Когда говоришь себе, ну давай приберемся 10 минут. Сейчас покажу. В ежедневнике я пишу себе. Вот. Шесть раз по 10 минут, а потом вычеркиваю. В общем, не видно, но я пишу число и пишу 6 раз по 10 минут. И завожу вот так вот таймер и прибираюсь. То есть 6 раз по 10 минут. Потому что когда прибираться целый час или просто давай приберемся и... Ну давай попозже. Ну, попозже. А всего 10 минут и прибирайся, делай что хочешь в плане приборки. Главное, прибирайся, и тогда как-то легче. Хорошо. Так, давай сейчас я сброшу, чтобы показать, как он работает. И сделаю 10 секунд. Секунды я, конечно, обычно не использую. Это, я помню, у нас на физкультуре, учительница физкультуры, когда мы бегали. Но давай попробуем, чтобы показать. Вот такой вот звук. Через 30 секунд он выключится. Налетели вдруг дожди, наскандалили. Хорошо, оказывается, можно вот эта кнопочка, ну, в общем, можно его выключить. А, смотри, здесь есть, можно подвесить на шнурочек, можно вот так вот поставить. Поставить, у меня вот так вот стоит вот здесь вот. Вот, почему я использую такой таймер и купила даже второй. Смотри, для приборки, то есть мне это очень помогает прибираться час в день, 6 раз по 10 минут. Я, конечно, стесняюсь рассказывать такие вещи, но это же такой лайф, как называется, лайф, как, да, как я прибираюсь. Вот, я вообще стесняюсь, вот, просто. Хорошо, вернемся. И еще я буду его использовать, чтобы засекать, допустим, 15 минут. Я очень люблю творческие шорты. Это выжигание по дереву. Их, кстати, очень мало, очень мало. Где-то 600 шортов, не больше. 500-600. Я очень люблю шорты вязания, вязание игрушек, броши. Ну вот сейчас я в основном смотрю выжигание по дереву, броши.
И, допустим, такое рукоделие, которое, например, создание украшений, да, создание ювелирных украшений, создание украшений серебра, например, вчера смотрела. То есть то, что я сама как бы не буду, конечно, заниматься этим, да, я решила идти в сторону туда, где просто. Ну, вот, например, я сейчас занялась выжиганием, вот, и купила резцы для вырезания по дереву. Я решила, что на этом вот моя сложность в плане творчества, вот, как бы все, вот это граница. Я сегодня даже пробовала немножко наждачкой потереть фанеру для выжигания. Я поняла, что, ну, вот там, где вот как-то сложно, физическое, или вот, допустим, какая-то вот там в доме, может быть, как-то вот, как это, деревянная вот эта вот пыль, да, еще что-то, мне это не нужно. В общем, это мне не подходит, и я не буду идти в сторону сложной, я буду идти в сторону туда, где легко. Вот, и, допустим, я буду засекать 15 минут и смотреть эти шорты, потому что они полезны, именно так я поняла. Ну, не по шортам, но я так поняла, что я хочу заниматься выжиганием по дереву, когда я увидела такие ролики. То есть именно так можно... О, я хочу, например, брошь. Я поняла, что я хочу поделать броши, но не в плане, знаешь, там, скупить теперь все, да. Ну, у меня уже есть, например, у меня уже есть основа. Забыла на букву Ф называется ткань. У меня есть камушки. У меня нет обрамления для камушка, да, вот этого обрамления. У меня нету канители, это вот чем так вот тоже, как бы, ну, в общем, оформляется. Нету страз, и, в принципе, ну, не так просто купить это все. Канитель, стразы, они прям не везде продаются, это точно. То есть, как бы, а если где-то, опять же, стороны сложны, то я туда не иду, мне не хочется. Я иду туда, где легко доступно, в плане купить там что-то, вот. Так что, и буду ставить и 15 минут смотреть там, допустим, в день шорты творческие. Потом, допустим, еще днем 15 минут, можно и вечером. Вот так вот. Вот, потому что когда не засекаешь, такой хоп, и 3 часа прошло. У меня вот прям так, особенно там музыка включается. Вот, или там, например, почему таймер я в телефоне не завожу, хотя я тоже это делаю. Например, в телефон... А там еще какое-нибудь дело. А там еще, и еще, и еще. И вот опять прошел, а уже вечер. Так что вот.